Ты ешь, ешь. Палец убедай. Давай, давай, попробуй, да. Братья и сестры, я могу вас подстричь. Там комната оборудована под парикмахерские услуги. Кто готов подстричься сегодня? Вот Татьяна вообще красава. Сразу иду профессионал. Впервые в России открылся волонтерский центр парикмахерского дела. И именно в этом волонтерском центре много проектов и программ, которые по социализации людей через парикмахерское искусство. Ко мне уже обратились из Москвы, из других регионов коллеги. И они говорят, мы хотим присоединиться к твоему движению. Он говорит, мы хотим, говорит, тоже участвовать и хотим в других регионах. Потому что действительно это важно же, оказавшись в трудной жизненной ситуации, когда эта поддержка идет при храме.